Так, это вторая серия Чивари. Мы делаем ВХ, и мы продолжаем играть. Мы сейчас пробуем играть за рыцаря. Пока нам это не удается, но я думаю, что Миша будет сука лучше. Давай, ребят. Что? Что? Блин, да что ж такое с вами? Не, ну это не вариант. Попробуй пехотинца поймать. Такое дело. Он какое-то непонятное оружие какое-то решить. Погнали. Как ты чё, за шнега? Что долетает от комнаты. Ладно, сейчас научимся. О, вот так побегаем, попробуем. Это только вот убить. Это давайте, попробуйте. Что на раздачу? Я бы раздачу. Непонятно, как это получится. Как его убивать, но... Умри! Давай, все, блин, неси, крути. Последующий. Ладно, ладно, пробуем. А, давайте тяжелый рыцарь попробуем. Что у нас? Блин, ну как так на удар? Я даже лучше не тянул. И почему-то так случай. Тоже падаем. Тут можно так повеселиться. Надеюсь, что придумали. Да, ранг. Что ж ты не ставил, блин? Что ставил, не ставил, блин? Ты на русском хочешь, он все забрал. Всех, блин, с палец убил. Рукой порубил меня, было. Это можно увидеть только в чуваре. Так. Учишься? Разударил, блин. Да. На последнем месте. Мы играем ради удовольствия, не ради очков. Тут главное вовремя бороться. Самое главное.
Вообще нельзя стоять на месте. Меня смотрят, вообще сразу убивать. Ну, ужас. Не, ну рыбка вообще вариант бесполезный, но мало ли тут всякое в игре бывает. Вдруг я его убью. Давай. Давай. Чуваури, Медиу, Варфэ. Покупать игру, игра хорошая, всем советую.